я, власне, хотіла би розказати, що в нас зараз відбудеться презентація книги про діячів кіно із українським та одеським корінням «Legacy Ukraine». І сьогодні до нас завітали такі спікери. Роман Загороднюк – композитор. Іван Степурін – видавець. Та Ольга Король – перекладач-редактор. Я передаю слово нашим спікерам. Здравствуйте, дорогие друзья! Нам очень приятно и почетно быть на Одесском кинофестивале, тем более, что мы не в первый раз здесь. В прошлом году мы презентовали книгу «To Hollywood from Ukraine» о выдающихся деятелях Голливуда с украинскими корнями. А в этом году мы презентуем книгу «Legacy Ukraine», которая включила в себя выдающихся людей из разных областей, знаний, и многие из них не только с украинскими корнями, но и по своему происхождению являются одесситами, земляками нашего прекрасного фестиваля. И если позволите, я буквально два слова скажу о той книге, которая предшествовала книге «Legacy Ukraine», о которой мы говорили здесь в прошлом году. Она называется «To Hollywood from Ukraine». И здесь не только выдающиеся актеры, но и режиссеры, продюсеры, композиторы и многие те, кто принес Голливуду действительно великую славу и родом были с Украины, поскольку я, гордясь, не раз это подчеркивал, Одесская киностудия как индустрия заработала чуть раньше, нежели Голливуд. С 1905 года здесь уже производились кинофильмы, когда Голливуд еще только-только начинал свое становление как фабрика грез. И вообще с Одессой связаны очень значительные, а можно сказать, и просто стартовые для кинематографа события. Например, Иосиф Тимченко, который здесь в начале прошлого века преподавал в Политехническом университете, впервые создал киноаппарат за 2 года до братьев Люмье, которые такой киноаппарат вовремя, что называется, запатентовали и вошли в историю. Здесь уже, можно себе представить, за 2 года до появления кинематографа в Европе и в мире, уже по большому счету движущиеся картинки одесситы смотрели. То есть город уникальный. И не случайно в книгу «Legacy Ukraine», помимо великих людей из разных областей, знаний и искусства, вошли такие люди с одесскими корнями, как Сильвестр Сталлоне, Стивен Спилберг. И вот рядом с нами сидит, на мой взгляд, тоже выдающийся человек, композитор Роман Загороднюк. Он тоже есть в этой книге, как человек, входящий в десятку лучших композиторов для кинематографа. Ему об этом говорить, может быть, не скромно, а я скажу, что его композиция открывает, в частности, Венецианский фестиваль. О Романе в этой книге можно будет тоже прочитать. Книга, на мой взгляд, создана достаточно современно и интересно по своему дизайну. Вы можете на экранах увидеть некоторые страницы нашей книги и элементы дизайна, которые, в общем-то, присутствуют здесь. Я открою такой секрет. Ну, вот видите, вот Намалевич, например, открыл. Человек, фигура которого настолько велика, что ее себе пытаются присвоить и россияне, и белорусы, Малевич. Но не будем забывать, что как художник и как преподаватель этот человек состоялся именно в Украине и здесь, в Киеве, в Академии художеств он преподавал. Вот как бы дизайн книги такой. Видите, все лица узнаваемые, но не всегда мы помним, что эти люди с украинскими корнями. На самом деле, вот здесь недалеко, в кинотеатре «Родина», сейчас идет презентация фильма короткометражного, снятого по мотивам вот книги «To Hollywood from Ukraine», которую написал Стас Сукненко,
Я хотел бы отметить этого выдающегося, на мой взгляд, киноэксперта. Он 20 лет собирал материал, то есть он работал и на BBC, и в Голливуде. То есть и то, что собрано в этой книге «To Hollywood from Ukraine», это является действительно уникальным. И после книги появился короткометражный фильм. Нет, я имею в виду фильм короткометражных историй о людях, которые вошли в эту книгу, которые связаны с кинематографом. И он имел счастье, находясь в Голливуде, даже повстречаться с Дастином Хоффманом, который сказал, что я все-таки мечтаю, наверное, когда-то я обязательно приеду в Белую Церковь на могилу своих предков. То есть, например, не каждый даже в Украине знает о украинских корнях этого выдающегося американского актера Дастина Хоффмана. Вот. Здесь, например, Барбара Каринская, которая считается мамой голливудского костюма, которую боготворят не только в Голливуде, но и в мире в целом. Кстати, мы вот как раз на костюмах я и открыл. Она харьковчанка, а мы мало знаем о ней, а на Западе она, так сказать, человек в моде номер один. То есть, и я вот хотел как раз заметить, что в кинотеатре «Родина» сейчас идет фильм, созданный на основе вот этой книги «To Hollywood from Ukraine», «Из Украины в Голливуд» он называется, и там уже непосредственно кинематографические, значит, представлены герои этой книги. Я еще раз хотел подчеркнуть, Станислав Сукненко, автор этой книги, ведущий киноэксперт, и Яна Красникова. Она уникальна тем, что она была мисс Вселенной Украины 2016 года, а сейчас она в Америке и учится, и как журналист нам помогала, брала интервью для этой книги у действующих украинских звезд. Мила Кунис, например, и Іванка Сахно, а потом, вылетело из головы, простите, «Одесская жара». То есть с целым рядом ведущих, действующих актеров с украинскими корнями ей удалось поговорить, интервью вошли вот в эту книгу. А эта книга, я хотел просто уже о ней, так сказать, финализировать и передавать микрофон моим друзьям. Значит, эта книга по дизайну была создана нашими американскими партнерами, которые, так сказать, приложили руку к современному ее вот такому оформлению. Не Эндрю Уорхол, конечно, принял в этом участие, но люди ему подобные, дизайнеры молодые, американские. И эта книга была сделана на хорошем английском языке именно для того, чтобы она популяризировала Украину по всему миру. И вот в вопросах перевода нам очень помогло агентство, которым руководит Ольга Король, которая сидит сейчас рядом со мной. Я с удовольствием ей дам микрофон. Благодарю. Большая честь работать с таким издательством, как «Саммит Книга», потому что это не только возможность прикоснуться к чему-то великому, но это и координация, и работа над такими интересными текстами. И переводческая работа заключает в себе не просто перевод, но это целый подход. Это изучение истории, где-то есть возможность узнать гораздо больше о людях, о героях этих книг, чем доступно в обычных материалах. Поэтому надеемся, что всем гостям, которые тут присутствуют, понравится это издание, эта книга, и вы найдете что-то новое, почерпнете для себя. Прежде чем передать микрофон Роману, я хотел бы единственное, что сказать, что книга и та, которую я представил ранее, и эта «Legacy Ukraine» были изданы при поддержке Министерства информационной политики, поэтому они не продаются совершенно, мы их будем дарить. И в частности, мы подарим всем присутствующим экземпляр этой книги, с чем я вас, так сказать, нескромно поздравляю. Спасибо. Спасибо. А сейчас я попытаюсь найти в книге страницу с Романом Загородним. Да, 130. И передаю, Рома, тебе слово. Добрый день всем. Так как я все-таки одессит, когда-то я уезжал с Одессы и не думал, что буду работать с Яком Норрисом 3 года.
Beverly Hills Production. Ну и множество фильмов, 16 художественных фильмов, которым я писал как бы музыку. Жизнь так сложилась, что столкнула меня с многими интересными людьми. Майкл Йорк, актер, если кто-то знает, это Слай Зиминелли играл Кабаре, фильм. Ну и множество интересных. И вот благодаря, конечно, знаете, самое интересное, что благодаря вот саммит книги и Министерству информационной политики многие узнают о том, что, допустим, раньше не говорили здесь, никто не говорил. Когда ты получаешь имя за границей, когда тебя признают, потом тебя начинают признавать здесь. Ну, как правило, всегда. Но хорошо, что есть вот такие вот, как вот Иван Степурин и множество людей, которых все-таки находят и делают такие вещи, когда, чтобы страна все-таки, и многие знали, что с Украины очень много людей, которых там, за границей. Допустим, гимн города Венеции мы написали я и Зоя Нечаева, которая родилась подо Львовом. Мы два украинца написали гимн города Венеции. На итальянские слова спели звезды венецианской оперы. Понимаете, да, когда... Ну, я считаю, что это все-таки... Многие просто не знают. И для молодежи, да, Ваня? Это даже заслуживает, наверное, аплодисментов. Правда, там наши люди пишут гимны таким городам, как Венеция. Да, и я думаю, что... Все-таки я помню и Одесский кинофестиваль, и «Золотой дюк», когда еще был. И это очень хорошо, что вот есть Одесский кинофестиваль, потому что этот город заслуживает того, чтобы здесь, ну, была вот эта именно киноиндустрия. Одесская киностудия, Одесский кинофестиваль. И я думаю, что при поддержке таких людей, как вот Степурин и плюс информационной политики, мы много будем узнавать о каких-то интересных людях, которые связаны с Одессой, с Украиной. И вообще, я думаю, что в дальнейшем было бы интересно приглашать таких людей, взять тот же Боб Дилан, Сильвестр Сталлоне. А почему нет? Они все когда-то имели, они имеют отношение, Дэвид Копперфилд, да, они имеют отношение к Одессе. И не скрывают своих украинских, да, и не скрывают, и не стесняются. И нам только, в свою очередь, надо обращать на них больше внимания, да, и не стесняться приглашать. Я думаю, что организаторы кинофестиваля, наверное, на следующий год точно кого-то пригласят из таких известных людей. Да, вот. Мы вот знаем, что Виктория Тегибко, помимо того, что проводит в Одессе прекрасный этот Одесский кинофестиваль, есть еще такой iCube, клуб, iClub, да, Club, iClub, iClub, на котором нам... посчастливилось побывать в прошлом году, и на который, к сожалению, мы в этом году не попадаем, он стал совершенно уже закрытым. Но если вы меня в этом контексте бы спросили о том, какие наши дальнейшие планы, то мы вам скажем, что мы сейчас готовим книгу «Legacy Ukraine – IT and Innovation» в информационных технологиях и в инновациях. Украинцы тоже занимают к нашей, так сказать, всеобщей гордости лидирующие позиции на сегодняшний день. Они стояли, как вам известно, у истоков и мобильной связи, то есть у истоков и интернета, и всего того, чем мы пользуемся, действительно стояли люди с украинскими корнями. И когда мы стали работать над книгой «Legacy Ukraine IT and Innovation», нам посчастливилось выйти на связь с таким человеком, как Мартин Купер. Мартин сегодня живет в Чикаго. Это человек, который первый в мире поговорил по мобильному телефону. Как он рассказывает, он из корпорации Nokia, где он был ведущим специалистом, сделал первый звонок по мобильному телефону своим конкурентам и говорит: я слышал в трубку, как они скрипят зубами, когда я им задал вопрос: вы знаете, с какого телефона я вам звоню? Вот такие люди. У него отец с Киевской области, мама с Житомирской. И более того, он в свои 90 лет занимает настолько активную позицию, что готов приехать в Украину. Я надеюсь, что когда у нас выйдет к осени книга «Legacy Ukraine IT and Innovation», Мартина Купера мы обязательно примем в Киеве. Вот просто человеку сделали предложение, так сказать, посетить Украину, и он на него легко согласился,
Поэтому я здесь еще раз поддерживаю Романа в том, что нам надо просто, не стесняясь на события или просто в нашу страну, приглашать таких наших соотечественников, которые действительно, ну, на сегодняшний день лидируют в мире по многим отраслям. Их очень много. Вот иногда встречаешь там в Италии, во Франции, встречаешь. И все-таки, когда я работал, да, там, 3 года с Чаком Норрисом в Беверли Хиллз, мне приходилось видеться и Джеймс Кэмерон, и Аль Пачино, там, и все. Они совершенно нормальные люди, без вот этих вот корон на голове, там. У них движение – это жизнь. У них нету, вот как, допустим, смотришь, какие-то наши звезды идут. Такие же простые, да, и доступные, как Роман Загороднюк, да, с которым можно и пообщаться. У нас осталось, я так понимаю, буквально пару минуток, наверное, да, на какой-нибудь один вопрос. Потом мы с радостью подарим всем присутствующим книги. Кто захочет, может взять автограф у Романа. І, в общем-то, наверное, да, так? Да. Ну, якщо є питання із зали, то, будь ласка, прошу. Якщо питань нема... Ну, все детально, по-моему, да, так розказали, вопросов нет, у всіх є да, желание. Да, ще хотів сказати, да, Вань, про Сашу, которая, да, вот, да, есть, ну, Саша... Александра Маликова, автор книги, она вот именно этой книги «Legacy Ukraine», она потрудилась собрать материал о всех великих людях, которые были там представлены, а также соединить нас с американской группой дизайнеров, которые помогли в оформлении данной книги. Так что мы Александре тоже большой привет передаем. Если где-то будет какая-то трансляция, чтобы она услышала наши слова, она сейчас находится в Швейцарии, ей будет приятно. Вот. Так что всем вам огромное-огромное спасибо. Получите от нас в подарок эти прекрасные книги. И до новых встреч на следующем Одесском международном кинофестивале. Спасибо. Спасибо. Дякую,